Здравствуйте, я Наталья Красовская, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам расскажу очень простой, очень быстрый способ распустить полотно, не снимая его с игл. Мы все можем ошибиться и провязать лишнего, и вместо того, чтобы дергать вот так вот каждый раз, как нас учили, нить, это долго, нудно вот так каждую петелечку обходить. Не люблю этот способ именно за то, что он дергается и... Все это долго, нудно, неэффективно. Есть очень быстрый другой метод. Немножко выдвигаем иглы вперед, чтобы только кончики игл выходили за игольницу. Если у вас машина с ручной прокладкой и она держит петли, пожалуйста, уберите полотно из-под платен. Итак, у меня есть иглы, у меня есть нить. Смотрите, что я делаю. Я параллельно игольнице натягиваю нить. Она натягивается. Я чуть-чуть выдвигаю иголки вперед, и мне остается эту нить только снять с игл. Ну, крайние петли, конечно, нужно аккуратненько распустить. Итак, показываю на полном ряду. Есть нить. Первую петлю лучше снять старым способом, вверх и в сторону. И дальше я натягиваю нить. Она натягивается до конца полотна. Чуть-чуть убрали иглы назад, и в тот момент, когда вы выдвигаете их обратно, нить, видите, ложится на иголки. Мне остается только убрать ее с полотна. Распущен целый ряд. Крайние иголочки, петли, пожалуйста, вручную аккуратненько снимайте. Мы распустили с вами два ряда, быстро и без проблем. Если этот способ вам понравился, он был вам полезен, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.